И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, мой сын Ярик, как всегда, отличное настроение. Сегодня у нас FNAF 8. Ярик, поздравайся! Всем привет! Сегодня у нас рубрика «Починка аниматроников». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Давай, Ярик, выбирай. И не забывайте ставить лайк, если вам понравится. Так, секретная комната. Погнали. Бонни. Он что, в секретной комнате сидит? Да, помнишь, там, где ты когда смотрел? Там, где были головы аниматроников. О, это интересно. Я вообще не видел. Ярик играл, но я не видел, как смысл, что надо делать. Ну ты же знаешь, как правильно? Красавчик. Он говорит, что expected. Так, надо? Так, инструкции нету. Вот это. Глаз. Опа, а что, так можно? Так, ложи глазище. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. Well done. Deposit the right eye in the cleaning receptacle. Good job. Так, а куда они катятся? Bonnie's faceplate. Carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. Так вот, надо говорить. Well done. Ух ты. Прикольно. Вот, ребята, посмотрим, как устроены аниматроники. Может, не каждый видел? Потому что я не видел. Так, сказали нажать на вот эту мигающую. Звук. Пошел. А, ну звук тинь такой, да, создает? О, все, да? Good job. Понял. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate. Танцюристка от бога! Сюда во всех сериях танцуем, если с вебкой снимаем. Так, Ярунька, что там дальше? Так, он говорит, хорошая работа. Угу. Так. Так. Well done. Welcome back to parts. Так, теперь у нас на починке Чика. Что, у него пицца какая-то грязная на животе? Это обосранная. Так, выкидывай. Что-то Чика заелась и пицца, вся в пицце. Так, рука ее лежит. Так, ребят, надеюсь, мы пройдем это. Бонни с третьего раза прошли. Я скажу, не так уж оно легко, как кажется. Тяжеловато. Ух ты! Прикольно, думаю, она пугает нас. Паук вылез, таракашка! Блин, темновато, но очень прикольно сделано. Что надо сделать? Ого, она вся в тараканах. Avoid inhaling the chemical spray. О, это что, от тараканов, чтобы убило их, да? Так, отравили их всех. Good job. Now reattach Chica's upper arm, hand, and cupcake plate. Руку надо, да, приделать? Что-то не цепляется. О! Well done. Oh no. It looks like Chica needs another dose of the chemi spray. Прикольный режимчик, непривычно так. Be sure to give the canister button another push. Там тараканы еще лазят, я вижу. Еще раз. Это тебя тоже газ, да, да, как бы душит. Return the cupcake to Chica's plate. Кто там, Кейс убежал? Он живой, что ли? Кейс, да, точно. Return the cupcake. Вот он, его надо поймать? Great job. Chica is ready to serve pizza and hugs to the kids again. Отлично. Что у меня там во рту? For a job well done. Все, починили? Пиццу надо съесть. А, нам надо съесть? Так и мне дай кусочек пиццы. О, нормально. Че, мы прошли, и Чику прошли? Да. Так, кто у нас следующий? Так, тебе сейчас дадут что-то? Что-то дадут. Опа.
Чика-кола. Прикольно. Только не чика, а чиха-хук. Чуг. Какое-то странное название, но мне очень нравится. Так, сейчас у нас следующий. Какой будет починка аниматроников? Using proprietary technology developed by Fazbear Entertainment, our VR development teams were able to use vintage control board. Получается, ты эти кто-то раньше проходил, а то, что дальше, то надо их пройти, да? Да, я не могу. Ну давай хоть попробуем. Может быть, получится. Давай. Пока не попробуешь, не знаешь, получится или нет. Welcome back to Parts and Service. It looks Кабан like one of our guests left a personal item on our star attraction. Freddy's got good job. Now place the hat in the lost and found bin on your right. While we're at it, let's make sure there isn't anything else stuck inside. To access Freddy's chest cavity, так. Grab Freddy's bow tie and pull it outwards. Well done. Воу, прикольно. Смотрите, как там внутри все устроено. Вообще непривычно. Это чьи часы, да, застряли. Надо убрать, чтобы не... Ай-яй-яй, не успеваешь. Да, сделано, чтобы ближе было. Так, а что там внутри такой телепается? Music box must be removed before you can access the child's shoe. Gently grasp the carefully place the music box on the work. Great job. To reset the safety latch, press the button located on Freddy's endoskeleton. Не достанешь ты. Видно, Ярик туда не входит, уже зона. Чуть ближе надо. Ботиночек детский. Так. Ты с кадра уже уходишь, но нормально это для тебя, наверное. Дай сюда, тебе немножечко подвину, почему ты не достаешь? Синхронизируй себе камеру, а теперь ты достанешь. Нет. Нет, еще ближе, еще синхронизируй. Просто мы с Яриком только учимся VR записывать, не судите нас строго. Ну, Ярик, всегда камеру исправляй. Не-не-не-не-не. Вот так ты стоишь, сделай, отцентруй камеру, отцентруй. Вот. Надеюсь, ты сейчас достанешь. Ммм, не достаешь. О! Фух, ботинтосик чей-то. Well done. Return the music box to Freddy's chest cavity, and we'll call it a day. Сейчас? Да? Oh, no. You seem to have mishandled Freddy's music box. Ого, у него глаза засветились, он злой, что ли? This is not good. A replacement may be found on the work table. Фредди увидит? Получается, он как бы разозлился? Медленнее, Ярик, двигайся, медленнее. Так, я даже переживаю, хоть все прошли. Темноватая серия вот эта вот получится, но видно, в принципе... Сильно быстро, да? Так, ребята, попробуем еще раз. Ты его не слушай, сразу делай, что надо. Зачем ты его слушаешь? Да, давай, чик. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it. Так. Переборщил ты немножко со скоростью. Дело в том, что штука поворачивалась, ты не вовремя взял. Ты рукой зацепил тот маятник. Now place the hat in the lost and found bin on your right. While we're at it, let's make sure there isn't any... Well done. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it in the lost and found bin. Be careful not to touch any of Freddy's sensitive wiring. Нет. Да почему? А чё не так? Left a personal item on our star attraction. Freddy's good job. Now place the hat in the lost while we're well done. Так. Freddy's chest cavity is now open. Не спеши, не спеши. Как только оно будет, вот смотри, оно в какой-то момент очень долго. Be careful not to touch any of Freddy's sensitive wiring. Нет. Так, ну, помню. Вот сейчас надо было. Помню. Вот сейчас надо будет. Вот сейчас давай. Да почему? Итак, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Пока!